что, друзья, и опять вы со мной на канале. Хочу напомнить, что мы с вами в Италии. Хочу познакомить, наконец-то, вас с новым сортом, который тоже заслуживает своего внимания. Смотрите на эту ягоду. Это средний сорт, среднего срока созревания. И ягода у него, смотрите, особенной, с формой сердечка. И несмотря на то, что здесь уже было собран урожай примерно 7-8 раз, ягода остается среднего калибра. Первые ягоды достигали размера примерно 30-32 грамма, ну а последующие все равно остаются в районе 25-23 грамм. Мне кажется, что этот сорт на вкус немного с кислинкой и очень ароматный. И этот сорт называется Джина. Я думаю, что он тоже заслуживает своего внимания. Посмотрите, на какая у него сила роста, соответственно, и это еще будет говорить о том, что насколько сорт продуктивный. И хочу напомнить, что это все-таки сорт нового поколения и, соответственно, уже переносит многие-многие заболевания. Ну, а вы не оставляйте себе заметку для того, чтобы обратиться к нам уже на следующий год, оставить свою заявочку чуточку раньше, потому что первые сорта на рынок приходят в очень ограниченном количестве. Ну, а на сегодня все. Встречаемся уже в следующем видео. Всем пока!